Поехали. Ну что, дорогие друзья, всем привет, это серьезный ролик. Ведь тайный гость моего канала вернулся. Он обогател, стал почетным. В общем-то, входи, Gaming Header. Входи. Здравствуйте, вы очень много у меня просили. Снова за 10 тысяч бугом. Мне, конечно, не хотелось платить твои... Плак. Ролик и перчатки кучи в этом воздухе, в дешевом воздухе, но... И, к счастью, я решила один ролик, что я сниму с этим еще. А вы спросите, как я стал успешным? Кстати, по скрипту, вы будете знать, богатым и успешным. Да, в описании есть статья, как стать богатым и успешным. Да, ребятки, просто, к сожалению, Gaming Header плохо слышно из-за того, что я не могу себе купить нормальный телефон, да. Телефон за 500 рублей. Нашел на помойке. И из-за этого Gaming Header плохо слышно, поэтому говорю вам. Статья «Как стать успешным и богатым» от Gaming Header по ссылочке в описании. Да, за 5... За сколько? За миллиард баксов? На 5 миллиардов баксов, да. Да, ребятки, вы по-любому станете богатыми. Как Моргенштерн, да. Да, только намного богаче. Так вот, записывайте. Это только начало, там. Я самый начал статьи, так бесплатное прослушивание. Да, ребятки. Ну, в общем-то, я развеселел, ведь пока Gaming Header отвернулся, я сделал так, чтобы он опять со мной снимался всегда. Да, ребятки, теперь он будет сниматься со мной всегда. Он стал, ребятки, на меня работать. Да. Пока он отвернулся, я сделал такие вот дела. Ну, я скажу тебе так, эти 5 миллиардов оказались фальшивыми. А ты уже подписал документ? Да. Ага. Все, ребятки, поэтому Gaming Header возвращается на регулярную основу опять. Я на полиции, милиция, да все, короче, признаюсь, по этому адресу с закрепленным сообщением не летит два банчика, вообще никак не забахся, в итоге сказал, что я буду весь... Нет, ты будешь работать со мной всегда. Да, ребятки, и хоть Gaming Header стал богатым, все равно теперь он снимается со мной, ребята. И что-то он не заходит в сеть, и я сейчас сыграю тогда один. Поехали. Ребятки, пока сыграю один, потому что что-то он вышел из сети. Да. Да, ребятки. Ролик идет уже 3 минуты, ребята. 3 минуты, да. Но, ребята, кстати, почему давно не было роликов, ребятки, сори, просто не успеваю. Не успеваю, да. Не успеваю. Поэтому, ребятки, сори. Да. И вот что я хочу сказать. Не успеваю записывать, поэтому сори. Ну, как сказать, не успеваю? Успеваю, в принципе, но нет денег. То есть записать просто ролик по БС, что завтра подарки, завтра там обновка вот вышла, это уже скучно. Мне это уже на самом деле... То есть я сам могу, типа, открыть боксы и все, типа, и порадоваться, типа. А снимать это на видео, мне кажется, уже стало как-то скучно. Поэтому, блин, пока думаю над идеями. И, ребятки, да, скоро будет новый проект, да, по БС. Дам вам спойлер, это будет аккаунт без доната возвращения. То есть это будет не старый аккаунт без доната, это будет новый аккаунт без доната, да. Новый. И этот аккаунт без доната я хочу развить очень даже хорошо, потому что вы сами знаете то, что тот аккаунт я забросил где-то 1007 кубков, поэтому сейчас надо будет создать новый аккаунт и играть уже на нем, ребятки, да.
постараюсь делать ролики чаще, и, скорее всего, они будут чаще с гейминг-хедером, потому что, блин, мы с вами взяли с ним ролик, и, блин, мой напарник, гейминг-хедер, Паша, не берет что-то... Не то, что не берет, не могу до него дозвониться, походу, там какие-то траблы у него произошли, какие-то проблемки, да, ребятки. Сейчас вернемся. Ну, короче, мой напарник вернулся. И да, ребятки, я хотел кое-что вам сказать. То, что на самом деле, ребятки, это все шутки. И Gaming Header возвращается на постоянную основу. Ну, по крайней мере, я надеюсь. Надейся, говнюк. Не знаю, ребятки, как вам эта постанова получилась, смешно или нет. Просто, ну, мы там фейланули в некоторых моментах, поэтому, ну... Сори, если что не так. Сейчас пока что он зайдет в сеть. Да. Кстати, вы спросите, почему Gaming Header с аккаунта FoxBro? Потому что свой аккаунт он продал. Нет, я ничего не продавал. Да, на самом деле он ничего не продавал. Это аккаунт... Просто он не играет сейчас на своем. Это аккаунт моего другого брата Макса. Типа он покруче, чем аккаунт Паши. И поэтому он на нем играет. Я знаю, что аккаунт еще круче, чем этот. Да, ребятки, на этом аккаунте вы сейчас смотрите запись. Да, смотрите видео. Да. А знаешь, что я могу сделать? Да, что-то можно, это можно его забанить. А, ребятки, короче, вот, я вернулся, да? Да. Мой напарник тоже вернулся. Короче, ребятки, еще вышел Байрон, не знаю, как вам. Мне, типа, он нравится, но, типа, ультой. Он, типа, неплохой, а так-то он, ну... Не очень, потому что, сами знаете, видите, как он урон наносит, он... Я смотрел видос, типа, у Аурома, то, что он никого там не победил против всех бойцов, а Эдгар победил. То есть Эдгар лучше, и Эдгар уже завтра. Не, ну просто, знаете, сравнивайте Байрона вблизи, это тоже херня. То есть это то же самое, как сравнивать Макс и Шелли. Ну, согласитесь, Шелли затащит вблизи. Ультой и все просто. Ну, или нет, или... Ну да, если прям притык стоять, то Шелли затащит. Просто сразу все. Ребятки, сори на заднем плане за шум. Просто ничего не могу сделать. И, кстати, если что, у меня голос будет какой-то болезненный, то я приболел немного. Ребятки, извиняюсь за шум собаки, за лай собаки, точнее. В общем-то, ребятки, вот такой получился видосик, да? Gaming Header, блин, кстати, ребятки, вам спойлер. У Gaming Header появилось что? Что где появилось? Что там? Что у тебя появилось, говори. Белая. Белая, что белая? Какая-то белая коробка, да? Какая-то белая коробка. Какая-то белая коробка с надписью П. П. Что за П? Да, что за П? ПК, что ли? А, короб... белая коробка, ПК, да? Да, ПК, ребятки. На самом деле у Gaming Header появилось что? Давай, сам уже говори. Что? Рассказывать. Не рассказывать? Да. Ну ладно. В общем-то, это, ребятки, вентилятор. Все, ребятки, удачи, пока. Прощайся, Паш. Да, до свидания, дорогие зрители, очень заняты. На самом деле, это не вентилятор. Узнаете уже в следующих роликах. Давайте, ребята, пока.